Конечно, поезда не могут летать над океанами, как самолеты, но по сравнению с самолетами такой вид транспорта имеет свои преимущества. Сейчас мы рассмотрим десятку самых быстрых регулярных поездов в мире. Этот поезд начал курсировать в январе 2007 года между городами Тайбэй и Гаосюн. При максимальной скорости 300 км в час он проходит расстояние между этими городами всего за 1.5 часа, вместо 4.5 часов на обычном экспрессе. Построил его в Японии консорциум из 3 крупнейших компаний – Kawasaki, Nippon и Hitachi. Общая стоимость проекта – 18 миллиардов долларов. Еще один поезд мчится со скоростью 300 км в час между Миланом, Римом и Неаполем. Из Рима до Милана дорога занимает всего 2 часа 40 минут при расстоянии в 573 км. Поезд Фьючероса имеет 4 типа купе – стандарт, премиум, бизнес и представительский класс. Также в нем есть мощная звукоизоляция и бесплатный Wi-Fi. TGV Duplex является самым быстрым поездом во Франции. Это двухъярусный скоростной поезд, который соединяет все крупные города в этой стране и даже за ее пределами. Он является одним из самых комфортабельных европейских поездов, который может перевозить 508 пассажиров за раз со скоростью 320 км в час. В его строительстве был широко применен алюминий для снижения веса состава. В 2007 году специально укороченная и облегченная версия этого поезда на испытаниях установила рекорд скорости для рельсовых поездов – 574 км в час. Еще один двухэтажный скоростной поезд Alstom Euro Duplex является международным, так как курсирует между Францией, Швейцарией, Германией и Люксембургом. Начавший свою службу в конце 2011 года, поезд может перевозить 1020 пассажиров на скорости 320 км в час. Серия E5 Shinkansen Hayabusa является самым быстрым коммерческим скоростным поездом в Японии. При максимальной скорости в 320 км в час он проезжает 713 км всего за 3 часа. Своеобразная конструкция носовой части помогает минимизировать уровень шума и вибрации, когда поезд проходит через туннели. Состав включает в себя 10 вагонов и может перевозить 731 пассажира. Тальго 350 курсирует между Мадридом и Барселоной со скоростью 350 км в час. Его также называют ПАД за характерную носовую часть в виде носа утки. Все это сделано для максимальной оптимизации рассекания воздушного потока во время езды. На каждом кресле пассажиру доступен просмотр видео и по желанию прослушивание музыки с персональными наушниками. А это испанская версия высокоскоростных поездов Velara E, которые разработаны немецкой компанией Siemens. Курсирует он также между Барселоной и Мадридом. Расстояние в 628 км он проходит между этими городами всего за 2,5 часа на скорости 350 км в час. А на некоторых участках дороги Velara достигает скорости в 400 км в час. Этот поезд является самым быстрым в Европе. Его эксплуатационная скорость составляет 360 км в час. Авиджи Итало начал работать в апреле 2007 года и курсирует между Римом и Неаполем. Поезд сделан максимально практично, поскольку 98% его частей пригодны для вторичной переработки. С 2010 года этот поезд регулярно курсирует между Шанхаем и Нанкином на скорости 380 км в час, однако при испытаниях он смог разогнаться до 420 км в час. Алюминиевый сплав и необычный дизайн передней части уменьшают аэродинамическое сопротивление, а также полностью исключают вибрации. Шанхай-Маглев является самым быстрым и регулярно действующим поездом в мире с максимальной скоростью в 431 км в час. Он начал нести свою службу в 2004 году, перевозя за раз 574 пассажира. В отличие от обычного поезда, Шанхай-Маглев не имеет колес и парит на магнитной подушке над железнодорожным полотном. Состав достигает максимальной скорости в 431 км в час со старта всего за 4 минуты.